Всем привет из Дравско-Поморски. Всего в 100 километрах отсюда красивый прусский городок Щецин. А здешняя архитектура, и тем более вот эти пятиэтажки, напоминают о советском периоде. В 20 километрах к югу находится крупнейший польский военный полигон – 36 тысяч гектаров. И сегодня на нем будет, наверное, очень хорошее сражение между, как мы это говорим, восточноевропейским блоком – русский, чехи и очень много поляков. Немецкая техника против японской, американской, я думаю, будет хорошее сражение. Руководство Польши уверено, что присутствие иностранных военнослужащих в стране существенно укрепляет безопасность как отдельно взятого государства, так и всего Прибалтийского региона. Второй немаловажный момент – финансовый. Плата за использование вооруженными силами НАТО объектов военной инфраструктуры Польши значительно пополняет бюджет страны. Так, в 2016 году за использование полигонов Польши НАТО заплатило почти 13,5 миллионов долларов. Именно в этом году на территории Польши были проведены несколько крупных учений Альянса, в том числе «Анаконда-2016». В этих маневрах приняли участие более 30 тысяч военнослужащих, из них 14 тысяч американских. По некоторым данным, уже введена такса за суточное пребывание войск НАТО на отдельно взятых полигонах. На Дравско-Поморске это почти 46 тысяч долларов. Два круга по 222 километра предстояло преодолеть гонщикам по Дравско-Поморскому военному полигону. Первыми на старт спецучастка отправились два поляка, напарника по команде – Шифштов Коловчиц и Куба Пшигонский. За ними Мартин Прокоп и российский дуэт Владимира Васильева и Константина Жильцова. Все ринулись в бой, кто соблюдая разумный риск, кто сломя голову. В середине спецучастка начались первые последствия этой безумной гонки. Куба пробивает колесо на 130-м километре, меняет его очень быстро, примерно за 1,5 минуты, и бросается в погоню за своим основным соперником Кшиштофом, рискуя намного больше, чем обычно. Колесо фортуны отворачивается от Мартина Прокопа. Он уже на 60-м километре прокалывает колесо. Шина очень пострадала, на замену уходят драгоценные минуты. А перед финишем у чеха еще одно пробитое колесо и медленный доезд. Небольшие механические проблемы у Мирослава Заплетала. Но кто неудержим на Дравско-Поморском полигоне, так это любимец местной публики Кшиштоф Коловчиц. Он выигрывает спецучасток. Куба почти в 2 минутах от него. Третьим финиширует Владимир Васильев на спущенном колесе, в 5 минутах от Пшигонского. Следом в 2 минутах с одинаковым временем завершают спецучасток Мартин Прокоп и Михаил Малушинский на мини. Вопросов к полякам нет. Они постоянно тестируются на этом полигоне, и, как говорит руководитель команды «Овердрайв», бороться с ними тут бесполезно. Трассу они могут проехать закрытыми глазами. А вот у датчанина Джесса Мунка на «Тойоте» сход. Когда он выступал еще на мотоцикле, был сильно травмирован, и удар в большой яме на жестком военном полигоне Польши напомнил о старых травмах. Нога Джесса начала распухать на глазах. Пришлось завершить гонку и отправиться в госпиталь. Ну, Польша, в принципе, это обычный танковый полигон, жесткая гонка, ямы три, трамплина три, ямы два, трамплина два, и примерно так всю дорогу. Поэтому нарезано, накручено по полигону, налево-направо, поэтому ну, обычная Польша. Насколько эта гонка сложная для колес, для шин? Не, ну таких больших проблем здесь, конечно, нету, как, например, в Испании, там, когда каменная гонка, здесь в основном песчаная, поэтому просто внимательно только если в поворотах смотреть за колесами. Сегодня 1 сентября, и какое событие произошло сегодня у вас в вашей семье? Да, сегодня Андрюшкин пошел первый раз в первый класс, поэтому Андрюха, с праздником 1 сентября поздравляю. Ну, пока все нормально. Километров за 10 стало чуть так на в левых поворотах не очень комфортно, и мы поняли, что ну колесо слегка спущено, датчиков нет, поэтому трудно понять. Ну вот, но доехали до финиша, все остальное вроде в порядке, проблем с машиной, на наш взгляд, пока нет. Сейчас будет сервис, механики посмотрят, все проверят. Ну, а так, как бы традиционный польский полигон, конечно, эти,
его знают наизусть все поляки, поэтому поляки здесь всегда самые быстрые. Но мы едем, как бы все вроде нормально. Сейчас просто второй круг уже будет немножко другая история, потому что будет уже трамвай, и поэтому здесь поляки, конечно, ну не знаю, посмотрим, должны теоретически иметь меньше преимущества по сравнению со всеми остальными, ну потому что это уже трамвай. Но надо ехать, что гонка продолжается. Yeah, today was long stage. It was a lot of big moments because we were really on the limit, completely on the limit. Our ambition was just fighting. For sure, the stage for me was, you know, we make a lot of tests here. I know nearly a lot of parts by heart, but for sure to keep the speed on the completely on the limit is not easy. It's not easy. That's for sure. After 1 year, find a good tempo from the beginning was not easy, but after kilometer by kilometer was faster. A good stage, except that we had a puncture in the half of the stage, in the rear, but we changed really, really fast. So even without a puncture, Krzysztof would be faster, and he's driving super fast. We take a lot of risks, like it's really sometimes dangerous. We take much more risks than in all the other rallies this year. But okay, it's still this one again. Other people can have flat tires as well, so nothing is done. We are close in case something else happens. Yeah, we had some troubles on the second stage because on kilometer 60 we made a puncture. We had to change it, but the tire was so damaged, so we couldn't put it back to the car. So we lost some time there, and then we continue. But before finish, we made another puncture, and we decided to drive to the finish, but we destroyed by the driving on the puncture the rear differential, and we had to drive really slowly to the finish. So Vasilev was close to me, and now we have to try to fight back for the podium because we are still in touch. But yeah, этот участок нормально, стандартно. Ходили спокойнее. Один пионик на приводе мы сломали, также. So the first stage was quite okay for us. We have the fifth time. It was a little bit long, so we are a bit tired. But I think we did good. So we didn't have any stress situations. The car is still okay. So the second stage, next stage will be, I think, also all right. The stage was very nice. We did only 62 kilometers, but we really enjoyed it. On the one of the big hole, we hit a lot with the skid plate. It was a huge hit, and just had some problem with the leg again, which he broke 2 months ago. So we decided it's better to finish the rally. He's on the way to hospital. I hope that he will get well soon. На втором круге события развивались драматическим образом. Первая четверка разбилась на две пары – Холовчиц с Пшегонским, где Куба избрал стратегию «победить или умереть» и начал откусывать у своего напарника по команде по 1-2 десятка секунд. Вторая пара – Владимир Васильев и Мартин Прокоп, где чех пытался отыграть упущенное. Кто мог предположить, что в чистую борьбу спортсменов за минуты и секунды смогут вмешаться зрители? Оказалось, не всем болельщикам интересны просто гонки и красивая борьба. Есть и те, которым подавают трэш. Поэтому они в одном месте, где гонщики пересекали речку, заблокировали воду. Она поднялась на метр, и первым там встрял лидер Кшиштоф Холовчиц. Его вытаскивали заранее приготовленной лебедкой. Подъехавший Куба Пшегонский стал объезжать опасное место по краю. Потерял время, но не остановился. Мартин Прокоп в этом коварном месте почти заглох, только в последний момент ему удалось выдернуть свой форд из западни. Но следовавшей следом Тойоте Васильева и Жильцова не повезло. Они тоже застряли, и опять на помощь пришла та самая лебедка. Следом застревает Заплетал. Потом и Юрген Шрёдер. Даже маленький легкий Поларис присел, правда на 30 секунд, и выбрался сам. Злой рок или злые болельщики сыграли неудачную шутку и повлияли на расклад сил в гонке, а возможно и в Кубке мира. Первым стал Куба. Стратегия «выиграть или умереть» сработала.
На вопрос, что для него важнее, быть лучшим поляком в Польше или стать обладателем Кубка мира, он, не задумываясь, ответил, что стать быстрейшим поляком. Кшиштоф говорил, что не будет помогать напарнику в борьбе за титул. И вот руководителю команды и не пришлось прибегать к командной тактике. За него постарались какие-то болельщики. За Кубой финишировал Мартин Прокоп. Дальше уже те, кто застревал и выбрались из западни более или менее быстро. Холовчец, Васильев, Заплетал. А вот еще один мини с супружеской парой Михал и Юлита Малушинский, лидеры польского чемпионата, мы на финише так не дождались. Они врезались то ли в кусты, то ли в дерево, причем со стороны Юлиты. Дверь пришлось снять, а без нее продолжить гонку было невозможно. Местные решили, видать, поиграться, закрыли речку, и вода поднялась там так вот на метр, наверное. Мы застряли в речке, поэтому буксировали нас какая-то там. Специально уже поставили машину с лебедкой, то есть они все четко предугадали, что не все там смогут проехать. Поэтому потеряли много времени. Да все нормально, мы нормально начали и достаточно быстро догнали. Ну, уже про пыль Мартина видели, ну как видели. Чувствуешь, вот она пыль, то есть она уже была перед нами. И потом местные жители, долбаны, которые решили посмеяться, взяли, забродили брод, то есть заложили камнями сбоку брод, так что речка поднялась, и более того, она там такое песчаное дно, и все это песчаное дно разбилось, и мы туда заехали, застряли, в общем-то, сами выехать не могли, нас лебедкой вытаскивали оттуда. Ну, и, в общем, нам не повезло, Мартин вот проскочил, и Куба проскочил, а остальные все торчали, Холовчик торчал, мы торчали. В общем-то, конечно, это не гонка. Потому что, ну, так не бывает. Борешься за секунды, а тебе местные жители устраивают вот эту фигню, грубо говоря. Поэтому, ну, не знаю, не очень. Впечатление не очень. Пока. So, second stage went very well without a puncture this time. The only thing, the track was a bit more destroyed in the slow corners, was deep, deep, deep tracks. That's why the time is not faster. Kšištof went well, but he had a problem. He got stuck in the water, so we overtook him in the water, and which is good for us. Which is good for us because it's a rally in the rally, you know, between two poles. So we are doing two rallies, and we are leading both of them. That's good. What happened during the stage? It was heavy stage. On one moment, when we passed the river, I saw that the river is like a half a meter deeper. Spectators make a joke just to close the water, and I stuck on the water. It was not easy to go out. Kuba was lucky because on the left, he passed me on the left, was less water, and it was heavy for him, but he passed me. And I lose a lot of minutes, and that's it. Finito. What can you tell about the second part of the day? Yeah, the second part was better. We didn't make a puncture, and it was quite clean stage for us. We didn't make a mistake like the others in the water. We passed it, not easy, but we passed it, and the stage was clean for us. So big luck. Второй спецучастник мне очень понравился, очень хороший. Не было так как утром. Было чуть-чуть сложно. Но и большой ужас, как приходили гречцы. Будь здоров. Там мы застряли, а было надо нас таскать. Так что там потеряли время. Было бы лучше, как бы не застряли, але в принципе очень рад, что... So we had a super second day here in Poland. We have a good fight between Kuba and Kšištof actually. So the first stage Kšištof was faster because Kuba had a puncture, and then they were fighting really hard, and then in second stage Kšištof got stuck in the water because people made a small dam and it was quite deep, and Kuba was heavy and could basically pass. So at the end now Kuba is leading. It's good for the World Cup for him, and Kšištof is still in a good second position. So we have a nice day tomorrow, let's see. But it was a great day for us for the minis today. The third mini had a small accident, but nothing serious, and they touched some bushes and stuff like this and took out the door.
and then they had no door, and that's why they could not continue. Well, honestly, I think we did a good first stage. I mean, battle with Martin Prokop, close to him and in the front of him on the first stage was okay. We can't control for sure the two Polish because they know by heart here and they can drive with closed eyes, and this is something that we know. Every year is the same stuff. And second stage, we had a really bad place, full of water, and we get stuck for 5 minutes, as Olovic was inside also. So yeah, it damaged the clutch a little bit. We just after the service now, but let's see. It's still one day tomorrow, and we need to fight for the podium, and I'm sure we will do it. Yeah, he's something special. It's from my mechanics. It's Czech cake. It's called kolač. It's sweet kind of food, and it's like after food, like a dessert. So it's present for my guys after hard work during the day. So it's something special for my team. Kolač. Česká. Это с мотовым кулачем. Спасибо. Очень вкусный.